Неделя локдауна положительно сказалась на темпах заболеваемости коронавирусом и госпитализациях. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. По ее словам, в первую неделю октября, которая была пиковой, в медучреждение поступало в среднем 470 человек ежесуточно, а за прошедшую неделю 220 человек. Коечный фонд уже начали сокращать в областном центре, а также на востоке и западе Оренбуржья. Однако число пациентов, которые переносят вирус в тяжелой форме, не уменьшается. На кислороде на сегодняшнее утро находится 2133 пациента. К сожалению, пока не такими темпами снижается число пациентов на искусственной вентиляции легких. На ИВЛ сохраняется у нас на утро сегодня 229 пациентов, и тяжесть заболевания никуда не делась. Кроме этого, Татьяна Савинова отметила существенное снижение количества заболевших детей. По ее словам, сейчас их число даже меньше, чем в доковидный период. В связи с этим планируют отменить дистанционное обучение в тех районах Оренбуржья, где оно еще действует. Также глава регионального Минздрава в очередной раз попросила жителей области сделать прививку и пройти ревакцинацию. Отметим, что за последние сутки в Оренбургской области зарегистрировано 405 новых случаев заболевания коронавирусом. 22 человека скончались. Юлия Тюшевская, городской телеканал ЮТВ.